Фотографии, которые без слов расскажут о героях. В Мариэл завершился первый этап проекта «Жена героя, мать героя». 37 женщин, жен, матерей военнослужащих, участников специальной военной операции провели необычные фотосессии. Планируется, что работы будут представлены на тематической выставке. Все как на настоящих съемках. Прически, макияж, красивые платья. Мастера стараются подчеркнуть красоту каждой героини. Все они невероятно мужественные и сильные духом женщины. Супруг Анастасии сейчас за несколько тысяч километров от дома. Стоит на защите своей страны. Уже прошедший службу по контракту, сегодня он вновь выбрал профессию военного. Накидывая китель мужа на плечо для съемок фотографий, Анастасия говорит, что эти снимки для него. И для того, чтобы все знали, те, кто сейчас выполняет свой долг перед Родиной, герои. Это и сложно, и гордо одновременно, потому что все-таки жить без мужа рядом с двумя детьми – это достаточно тяжело, потому что все, что было, делилось на двоих, оно падает на твои плечи. Но в любом случае он у нас военный, он до этого служил по контракту, сейчас вот он мобилизованный, и это гордо. Военный в семье, тем более герой. Но мы считаем, что он уже герой. Это для нас большая гордость. Еще сложнее тем, кто не дождался своих близких. Но и эти женщины, супруги, матери все равно нашли в себе силы и гордо встали в кадр, чтобы рассказать через фотографии о своих историях и своих героях. Этот проект родился в Самаре, но вскоре идею подхватили во многих регионах. Как рассказали организаторы проекта в Мариэл, это еще одна возможность поддержать этих женщин в непростое для них время. Сначала, знаете, честно боялись и думали, что, наверное, примут какое-то маленькое количество женщин. Не все захотят, может быть, делиться своим таким переживанием, горем и рассказывать свою историю. Но, как показал этот проект, уже на сегодняшний день можно сказать, что это только первая волна, только первый этап, первый поток данного проекта. Съемка – это не окончательное мероприятие. Следующее мероприятие – это фотовыставка, где мы увидим красивых наших женщин, мам, жен, со своими историями. Это будет фотография, рядом с которой будет письмо. Письмо героя, письмо солдата. Конечно, подобные акции. Почему они получают такое народное признание? За то, что в нем, наверное, много души, много сопереживаний и, самое главное, поддержка. В нашей республике фотопроект «Жена героя, мать героя» проходит при поддержке главы региона Юрия Зайцева. Еще на первой встрече с членами комитета воинов Отечества он сразу же высказал мнение, что этот проект очень важен. На финальной фотосессии были сделаны и общие фотографии, а всем женщинам вручены цветы от имени главы республики.